Всем здрасте. Хочу похвалиться тоже своей машинкой. Все хвалятся, я тоже хотел похвалиться. Вот приобрел такую машинку почти 2 месяца назад, 12 ноября 2016 года. Комплектация Elegance, автомат, серый цвет, мокрый асфальт. Машинка очень нравится, в частности по качеству сборки. Везде очень хорошие зазоры, везде равномерные. Качество покраски тоже хорошее. Ну, сразу сделал тонировку, поставил сигнализацию. Но без этого никак, чтобы, как говорится, закрывалось дистанционно, открывалось. Ну, только для этого надо, потому что, ну, угонять она, я думаю, никому не нужна. А для себя, для удобства, это очень хорошо. Так, ну, сразу здесь электропривод есть, открывание замка, потому что открывается на дверке кнопка есть. На дверке есть кнопка. Это очень удобно. Я не знаю, почему кто-то ноги, не знаю, хают, не знаю, что. Неудобно им открывать дверки. Мне кажется, это очень хорошо. Все дверки. То, что здесь кнопки нет, не знаю, удобств не испытываю. Так как здесь электропривод, то есть сразу с брелка могу и открыть. Все включили на брелке такую. Кстати, можно открыть, ставим на сигналку, и можно, не открывая, ну, не снимая сигналки, сигнализацию, да, с охраны, открыть багажник. Пришел там с магазина, не знаю, куда вы пришли или я куда пришел, положили, закрыли, ушли. Через 20 секунд там, что ли, или через 30 секунд он ставится на охранку. То есть если ключом кто-то захочет открыть, он уже сработает, сигнализация. Дальше еще небольшой бонус мне тоже понравился. Вроде бюджетная машинка, да? Так, а мы же закрыли же. Открываем лючок. Открываем лючок. Открываем крышечку. Здесь у нас тут крючочек. Все удобно. Есть у нас тут клапанок. Хорошая вещь. Не на всех дорогих машинах есть клапанки. Такой приятный бонус. Закрываем. Логан такой функции нет. На весе нет такой функции. На лазе нет. Ой, на лазе. На гранте нет такой функции. Закрывание лючка. У меня Elegance, как я говорил, эти диски сразу идут, 15 размер. Колеса 185 на 55, 15 резина. Так, впереди дисковые тормоза, сзади барабанные. Шумки нету никакой. Ну, я считаю, это для меня, я считаю, конструктор. Ну, в принципе, я покупал. С учетом того, что это будет мой конструктор. Качественный. Качественный, кстати. Который я буду зашумливать. Весной тепло будет. Буду на крышу наклеивать. На двери наклеивать. На днище наклеивать. Багажник шумить. Куплю подкрылки. Тоже их зашумлю, подкрылки. Поставим, прикрутим.
затонировал сразу машинку в заднюю полусферу. Двери и заднее стекло. Наклеил сразу. Ну, не я наклеил. Ребята, которые делали тонировку, я их попросил. Ну, попросил, заплатил. Наклеили. Наклеил защитную пленку. Вот на это место. Вот она идет. И вот она наклеена. Здесь наклеено. Потому что с переднего колеса все летит. И это видел я уже на Авео. Здесь вот все это дело пошитками. У меня еще в Санта-Фе есть. Там с завода уже вот эта защитная пленка наклеена. И наподобие этого я сразу попросил, мне тоже наклеили. Ну, попросил, заплатил. Здесь вот что, кстати, мне понравилось. Они сделали антигравий уже с завода. Антигравий сделан. По всему низу порога. Под низ залазил. Поднимал, когда меняли резину на зимнюю. Поднимали сразу всю машину. Смотрел, там тоже везде антигравий сделан. Тоже понравилось. Приятно удивился. И, кстати, под этим он сделан антигравий. А вот сейчас видно. Нанесен. Очень приятно удивился. Бюджетная машинка, я не думал, что они так будут заморачиваться. Но пороги это вообще молодцы. Они придумали, что сделал на Авео, такого я не видел. Что антигравием делают пороги. Мордочка мне очень нравится. Такую, что такие фары взяли, они поставили от хэтчбека. Молодцы. Молодцы. Противотуманки, ходовые огни. Очень красиво все смотрится это дело. Все функционально. Противотуманки очень яркие. Свет фар очень яркий. Есть с чем сравнивать. Салон у нас сиденья двухцветные, серые и светло-серые посередине. Материал такой на ощупь практичный. Практичный в каком смысле, что он не будет затираться. Я так думаю, что он не будет затираться. До дырок. Я хотел сказать, что до дырок он не будет затираться. Потому что бывает такой некачественный материал, что и чиститься должен хорошо. Если загрязнится. С ним составом должен хорошо чищаться. Ну, тут в дверях тоже ткань. Вот это вот вещи. Это мокрая рука. Снег идет. Так. А про резинину. Какой-то пластик, вот, пластик с резины как-то сделан. Вот эта вот вещь. Вот эта вставка верхняя. Вот так же, как и на торпеде. Вот этот качественный прям пластик. Ну, чувствую, что прям приятные тактильные ощущения. Очень приятные. Давайте сразу багажник. Можем посмотреть сюда. Чего я открыл? Такой багажничек. Я бы не сказал, что он маленький багажник. Кстати, вот эта приблуда, это вот Аэроглонасс висит. Которая с 1 января на новых машинах в России обязательно. Ну, вот, узбеки уже 16 года вот на новых машинах уже устанавливают. Так, вот такой вот багажничек. Весь отделан материалом. И крышка отделана этим же материалом. Не голый металл, как на некоторых моделях. Даже в дорогих моделях нету отделки.
Вот под какой-то коврик, естественно, прикупил. Вот такой. Запасочка. Запасочка у нас на штампе. Но резина такая же, как на всех четырех колесах. То есть не докатка, а нормальная резина. Только на штампе. Здесь шумить все буду. Все буду проклеивать. Как я уже сказал, купил себе конструктор. Ну, нравится мне этот конструктор. Так. Поставил партроники сразу. Когда шумку ставил, сигнализацию ставил. Поставил камеру заднего вида. Вот такую. Сейчас не горит, это свет отражающий к фото. На камеру включен свет. Тут отражается так. Оживил. Ну да, тоже отражается. Просто на том ракурсе. Прикольно. Как английские глазки типа горят. Смотрим, пока еще уже темнеет на улице. Капот откроем. А, поставил я себе газовый упор сразу. Вот такие газовые упоры поставил. Очень прикольная вещь, потому что я уже к газовым упорам по другим машинам привык. У нас он такой там завод у меня стоит. Покупал набор газовых упоров у самарской фирмы Патриот. Кстати, у них и защиту купил сразу. В течение недели привезли в Тулу. У нас тут есть их представители. Защиту еще не ставил. Это надо мне куда-то заезжать на яму, прикручивать. Кстати, она там устанавливается, не очень сложно. На четырех болтах. Руки не из попы растут, поставим. Не на каждой машине стоит. Опять же, повторюсь, даже на дорогих. Шубка капота. Тоже приятный бонус, хочу сказать. На Авео не было, кстати. На Шевроле. Такой моторный отсек. Это у нас расширительный. Это у нас омывайку заливать. Аккумулятор. Типа мозги. Я так понимаю. Ну, это от сигнала. Сигналку воткнули. Бачок гидроусилителя. Сам гидроусилитель. Вон там внизу компрессор кондиционера. Там же где-то генератор. Генератор у нас он там спрятан. Так, фильтр воздушный. Двигатель такой Евро 5 у нас стоит. Как работает, мне очень нравится. Такой игрушечный масляный фильтр. Так, там у нас блок АБС. Здесь, кстати, у нас ESP стоит. Очень хорошая вещь. Могу сказать, это так как по Санта-Фе у меня тоже ESP стоит. Очень хорошая вещь, особенно зимой. Занос не дает машине уйти. Это вам со всех ракурсов покажу. Может, кому-то интересно. Подробности такие. Пробег у меня еще маленький, 415 километров, потому что никто не ездит на ней. Будет супруга, скорее всего, ездить. Такой тут автомат у нас стоит. Супруга только будет у меня весной ездить. С весны, вернее. Еще пока все чистенько.
пока чистенькие. Сюда вот я тоже вот хочу резинку приклеить. Ну, конечно, не по-колхозному, все будет аккуратно. И будет все похоже на заводской тип. Чтобы у нас здесь ничего не летело под капотное пространство. Наподобие как у Сантов я так сделаю резинку. Там завод идет. Так, ну что еще тут? Все вроде показал. Вот и все. Закрываю. Покажу, как газовую работу еще раз поднимаем. Все. Кочергу, естественно, снимать не буду. Она у нас висит. Вставлял сюда. Газовый упор не очень удобно. Кто не знает, не только на этой машине, вообще на любой машине, никогда вот так не закрывайте, рукой не нажимайте. Понимаете, она будет обеспечена. Только вот так снахлёст отпускаете. Сейчас еще раз покажу. Просто некоторые не знают. Ну, мне тут просто в машину доехать, приехать. Зачем такие тонкости? Ну, кто знает, может пригодится им по жизни. Просто оставляем вот невысоко. Все, отпускаем, захлопывается. Никогда не нажимайте, никогда. Потому что у некоторых были прецеденты. Ну, не на этой только машине, вообще на любой машине, говорю. Вмятина появляется. Так, ну что еще? Давайте заведем. Ну да, машина, приятная машина. Не вызывает вообще отторжения, поэтому, блин, это охота ее снимать. И снимать. Так. Компьютер. Это у нас моментальный расход. Это у нас средняя скорость за пройденное расстояние. Так, это у нас расстояние тоже скидывается, которое могу скинуть по нулям. Температура воздуха. Это сколько осталось топлива доехать. Проект. Ну, это шины у нас. У нас стоят тут датчики шин. Кстати, тоже бонус приятный. Это все к шинам относится. Тут настройки там. Так, это у нас средний расход топлива. 13,2 сейчас это... Я очень много времени простоял на месте. Когда менял вот эти вот вещи местами. Аварийку с заглушкой. Была здесь аварийка. Потом у меня не видел USB сновья. USB. Извините, флешку, конечно. Вот у нас здесь флешка. Она здесь показывает у нас отключение ESP. Так вот. Нажимаем, вот отключили. Сейчас включено. Это же ESP, тут же оно связано с антипробуксовочной системы. То есть здесь есть антипробуксовочный. Какое колесо пробуксовывает, оно притормаживается, начинает крутить другое колесо, у которого есть зацепление с твердой, за что, ну, с твердой поверхностью, что не проскальзывает колесо. Ну, обычно противобуксовочный. Так, флешка была у меня не подсоединена. Пришлось вот эту часть все разбирать, вытаскивать магнитолу. Отсюда идет провод до магнитолы. И узбеки просто не воткнули его сзади магнитолы провод этот. Ну, забыли, я не знаю. Может, забыли, может, не захотели. Сейчас все видит. Флешку. Вот флешка. Папки листают.
папки листает, песни тоже листает. Ну так на чем магнитола по функциональности? Обычно магнитола. Bluetooth тоже есть, работает, проверял. AUX тоже работает, проверял с телефоном, все нормально. Есть функция громкой связи, через Bluetooth все работает. Вот он микрофончик. Все работает, хорошо принимает и хорошо меня все слышат, когда пробовал, звоню. Тоже приятный бонус. Ну тут пепельницу уже все показывали. Сняли, вытряхнули, я не курю. Она будет всегда чистая. Прикуриватель работает очень быстро. Есть у нас подстаканники. Это уже все показывали. Тут поменьше, тут побольше, маленько размера. Ну, тут ниши, всякую мелочевку. Здесь тоже ниша. Здесь у нас подстаканник. Сюда буду покупать себе бокс. Подлокотник. С ним удобнее по Санта-Фе. Мои все ощущения. Так. Вот я начал со среднего расхода и зашел вообще в другую тему. Так, ну это моментальный расход. Все уже вернусь на курбе своя. Так, аварийничек у нас теперь здесь стоит. Так вот она у нас работает. Это я поставил камеру, которая сзади. Уже всех замучил этой камерой показывать. Ну, тоже прикольная вещичка. Это я для жены поставил. Фартроник это уже и для себя тоже. Фартроник, да, вот незаменимая вещь. Запищала. Посмотрел, кого там зацепил. Или не зацепил. Так. Включим ближний свет. Противотуманки передние. Это у нас включается. Это выключил сейчас. Так, габариты. Ближний свет. Противотуманки передние. Здесь у нас щетки. Тут амплитуда движения. Так вот будет быстро. Ну и тут уменьшается. Это вообще редкая пауза. Это у нас медленное, следующий ход, следующий быстро. Здесь на себя нажимаем, так у нас брызгает по две струи на каждую щетку. Ничего не делаем, еще один раз еще сама делает. Так, здесь у нас на этой задней противотуманке. Вот у нас сейчас задний ход горит. У нас срабатывает фартроник. Вот я приблизился. Слышно и видно, как срабатывает фартроник.
Так. Аварийка. Противотуманка. Ой, габарит противотуманка. Уже путаюсь в показаниях. Подсветка номера. Также здесь. Боковые повторители. Это ближний свет у нас. И противотуманки. Дальний. Еще на улице не больно темно. Как бы сумерки. Это дальний и противотуманки. Так, сейчас противотуманки выключу. А, нет, не противотуманки. Выключим свет. Оставим только противотуманку. Противотуманки и габариты. Как противотуманки горят. Противотуманки очень хорошо горят, ярко. Он ярко горит габариты тоже. Есть ходовые огни. Выключаем весь свет. Вот рядом с противотуманками секция. Ходовые огни и противотуманки. Габариты у нас уже не горят, только ходовые огни горят. Аварийка работает, естественно. Задний ход. Аварийка. Есть еще фишка у нас. Окно регулировка у нас, зеркал. Понятно. Левый. Правое. Ставим среднее положение, чтобы не сбивать настройки. Есть кнопочка складывания зеркал. Нажимаем. При парковке очень удобная вещь. Опять же. Так, это у нас корректор фар. Сейчас довольно светло, не больно видно. Ну, на большой угол поднимается, опускается. Так, это у нас ГЛОНАСС, который положен с 1 января 2017 года. Тестовый режим, ну и вызов СОС. Ну, тут обычный козырек. С этого, ну, не знаю, как она называется. Короче, пойдем туда совать что-нибудь. Хотите деньги за ночь? Опять зеркало. Арбек пассажирский не отключается. Подушки здесь две. Пассажирская
и водительское. Пульт управления есть магнитовый, забыл показать. Звук. Ну, тут функции, как обычно, выбор, включить, выключить, и следующее листаем. Что забыл, что не забыл. Бардачок у нас неосвещаемый, небольшой. Ну и фиг с ним. Сколько ему там возить. Помещается страховкой, ладно. Кармашки небольшие. Ну, машина какого класса? Это же не Lexus. Это обычная дешевая машина, которая не стоит 600 тысяч максималки. Как говорится, идите купите за 600 рублей что-то нормальное. Кроме АвтоВАЗа ничего нету. Вот так у нас работает двигатель. Ну, очень приятно работает, честно говорю. Слышим то, как форсунки работают. Выхлопа вообще не слышно. Рычания никакого. Очень приятно делать. Сзади балка стоит. Все как на всех бюджетных машинах. Бюджетные машины. Та же новая Шкода Октавия. Только максималки идет сзади независимый подвеска. А так балка на всех остальных комплектациях. Вот вам и недорогие машины. И на дорогих тоже балки ставят. Вот такое вот пространство. Колесных арок задних, такой передних. Тут вот подкрылок стоит спереди, заводской. Сзади его нету. Ну, я буду передний и задний покупать. Шумите, я уже говорил. Потому что шум, конечно, есть. Ну, а что, голое железо везде. Ну, как говорится, что вы хотите за эти деньги? Это одно. А во-вторых, когда идешь покупать машину, ты знаешь, что покупаешь. Тест-драйвы ни для кого не секрет. Садись и езди, смотри, какая машина. Устраивает — покупаешь. Не устраивает — не покупаешь. Как говорится, раз купил, что потом ее хаять. Естественно, эксплуатация покажет, что и почему, и зачем. Но это все равно, как говорится, ваш выбор. Что вы для себя покупаете. Машина куплена не с бухты-барахты. Я говорю, я уже с 2007 года за этой машиной наблюдал. Ну и опять же, ценовая категория, конечно. Не скрываю, сказывается ценовая категория. Ну и приятная на глаз машинка. И нужен был автомат. Автомат шестиступенчатый. Настоящий, гидромеханический. Не робот, не вариатор. Не, как там называется, DSG. А обычный автомат. Пока автомату лучше ничего не придумали. Обычному гидромеханическому. Остальное все говно. Даже спорить не буду ни с кем, так как знаю о своем опыте. Ну так вот, такая машинка. Вроде все показал по машинке. Так что вот так. Ну все.
Надеюсь, это не последнее видео. Покажу, наверное, и шумку. И все остальное, что буду делать с машинкой. Все, пока.